Добрый день всем на канале Мои Рецепты. Сегодня я сделаю простой, необычный и очень вкусный салат с селедкой. Для салата я взяла филе селедки. Как быстро и правильно очистить селедку от костей, вы сможете увидеть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании под видео. Нарезаем селедку. Мелко нарезаем зеленый лук. Мелко режем укроп. Соломкой нарезаем свежий огурец. Картофель, яйца и твердый сыр натираем на мелкой терке. Выкладываем салат слоями и смазываем сеточкой из майонеза. Салат получился нежным, потому что мы ингредиенты натирали на мелкой терке. А сочетание селедки и зелени придает необычный свежий вкус салату. Всем, кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!